Увековечили память героев. Во Владимирском авиамеханическом колледже открыли мемориальную доску, посвященную 4 выпускникам учебного заведения. Все они герои социалистического труда. Это Серпион Зеленков, Николай Кочерыгин, Александр Немонтов и Александр Сафонов. Каждый внес вклад в развитие Владимира и страны в целом. Александр Немонтов, например, руководил производственным объединением «Техника» и получил звание героя за уникальную космическую разработку. Его сын сегодня рассказал студентам, как Александр Немонтов поступал в техникум еще перед Великой Отечественной войной. Мальчишка из деревни, 10 километров отсюда, пешком учиться, значит, ускоренное обучение. Вот я буквально кратко-кратко не успел закончить, уже работать на предприятии. И фактически сразу уже бригадир, еще более маленьких мальчишек, там 12-14-летних, которыми нужно было руководить. И, собственно говоря, вся жизнь, она как началась здесь, так она и продолжалась. Мемориальную доску установили в честь юбилея. В этом году колледж отмечает 90-летие электротехнического отделения. Почти за век работы здесь подготовили больше 4000 техников-электриков. Сегодня колледж обучает студентов по 13 специальностям. Но одна из самых сильных учебных программ здесь именно у электротехнического отделения. Мы продолжаем гордиться электриками. Я бы их выделил. Несмотря на то, что мы отмечаем 90-летие, не только в этом их заслуга. Это самые дружные ребята, это самые опытные преподаватели. Это отделение, которое не одна группа уже отмечает в стенах учебного заведения свое 50-летие со дня окончания его. То есть именно они были занимали призовые места на всероссийских олимпиадах, получали грант президента.